Ну что, дорогие друзья, мы берем интервью у представителя Финляндии, который бился в финальном бою. Вот. Привет. Представься. Eli monta haastattelua ottelijat, joka otteli illan pääottelussa. Ja... Okei, okay, moi. Nimeni on Christopher Björkskuu, kutsuma nimi on Krusty ja mä edustan Helsinki Thai Boxing Clubia ja kotosi Espoosta. Вот меня зовут Кристофер Бьёрскёк, кличка Крастия, занимаюсь в Хельсинки тайбоксинг-клабе, сам родом живу в городе Эспо. Слушай, расскажи вообще, как тебе соперник, вот как прошел поединок, как готовился? Kerro vähän, mitä oot mieltä sun vastuksesta, miten meni mielestäsi matsi, mitä odotit, mitä et? Joo, se hyvä matsi oli, että sit se aika hyvin toi sai se mun gameplanin pois pelattua tuon klintsi, että se hyvin sai ne kuoletettua tilanteet, että ja sit se oli vahva potkija. Говорит, да, хороший бой был. Говорит, он у него удалось немножко меня почитать. Он ту технику, которую я готовил, у него удавалось его более-менее блокировать в клинче. То есть достаточно хорошо. Вот. И хороший удар ногой. А ты вообще первый раз уже в России приехал и доводился уже выступать в России на турнирах? Eka kertaa Venäjällä? Ootko aikaisemmin otellut Venäjällä? Tää on nyt mun kolmas kerta Venäjällä. Kahdesti on ollut Pietari Cupissa ja eka kertaa nyt ammattilaisena. Это мой третий раз. Два раза выступал на Кубке СПБ в Петербурге. И это участвует мой первый профессиональный бой в Финляндии. А готов ли ты снова приехать в Россию, выступить вот на турнирах против российских бойцов? Вот, если тебе предложат. Olisitko se valmis tulla ottelemaan ammattilaisena vielä Venäjällä, jos sinulla tarvittaisi ottelua? Totta kai. Tämä on niinku, tavoite on, että päästä tänne, täältä rakentaa nimeä. Että täällä on se otteluskenne niin paljon paremmalla tasolla, mitä se on Suomessa. Että todellakin. Он говорит, да, да, конечно, обязательно. Говорит, что я планирую как раз через Россию начинать свою профессиональную карьеру, потому что здесь отношения и все связанное с единоборствами гораздо дальше и ну, круче, чем в Финляндии. Поэтому, да, конечно, обязательно. Хорошо, слушай, ну что я могу пожелать тебе дальнейшее продвижение тебе в карьере по К1, успехов и удачи. Давай, спасибо за интервью. Мы тоже сулле hyvää jatkoa tulevaisuudelle ja onnea menestystä uralle ehdottomasti ja varmasti tota nähdään vielä. Спасибо, спасибо. Свободных